Риричио, ты уверена, что здесь именно то письмо, что ты хотела оставить? Для Микицуками. Разве не его ты хотела отнести Микицуками? Ты же хотела приложить его к коробке с пирожными? Может, ты хотела письмо для капсулы времени положить в другой конверт? Как неловко. Так, а что в том письме? Но я не сбегу и не останусь больше в стороне. Я хочу стать лучше. И остаться рядом с Микицуками. Какого черта только что было? Что с тобой, Риричио? Не похоже на тебя так просто терять хладнокровие. Возможно, он еще не прочитал письмо. Почему ты ему просто не позвонишь? Скорость набора далеко не новичка. Да. Не читай письмо! Уже прочел. Почти уверен, что знаю, что ты написала. Но очевидно, что вы оба чувствуете одно и то же, так что не переживай, почему все так случилось. Вообще-то, как твой старший брат, я чувствую себя немного одиноко. Но чувствует ли он то же самое? Возможно, что чувство Сотана основывается на уважении. Он на 7 лет тебя старше. Но этот мужик не из тех, кто чтит моральные устои. Я волнуюсь. Хочешь? Да он педофил. Отличное клеймо для дурацкого лиса. Не нужно так убиваться по этому поводу. Если мы здесь зависнем, то он скоро к нам присоединится. Я морально не готова. Пойду прогуляюсь. Береги себя!